покрытием. Миллион. Золотом. Чего? Молодой человек! Ой. Помогите перейти улицу слепому. Товарищ в рыжей шубе, я же вас прошу. Ой, нет, не так. Простите. Вот так. Значит, вы говорите миллион. Золотом, товарищ Бендер. Вот здесь он замурован, под этим крестиком. И все-таки, киса, мне не очень понятно, почему она именно вам отдала эту фотографию. Ей что, усы ваши понравились? Или вы ее кузен от первого брака? Я же говорил вам, Остап Ибрагимович. А вы еще раз, повторение, киса, мать учения. Ну, значит так, вчера вечером, ночью вернее, к ней явилось оно. Кто оно? Видение. Явился и говорит, открой тайну тому, кого первого увидишь из окна в 9 часов утра. А я как раз в это время проходил, понимаете, мимо, и вот, понимаете, здесь. Почему же все-таки она сама не взяла все это сокровище? Боялась. Во-первых, она не знала, где этот дом. Где этот город? И потом ее муж, умирая, успел только сказать, что этот дом снимали в одной из кинокомедий. В какой? Зина, а почему нет музыки? Сейчас включу. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Давно начали. Ну ладно, продолжайте. Ипполит Матвеевич, проходите. Вот сюда. Пожалуйста, пересядьте. Садитесь. Кто это? Не знаю. Может быть, из главка? Thank you.
вас фильмы не целиком? Нет, только отрывки. Может, они из реклам фильма? Может быть. Тише, товарищ. Тише. Вы же мешаете. Кто это? Это режиссер фильма. Ha 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 ha
Пропуск. Массовка. Не подойдете? Почему это? Читайте. Thank you.
Этот дом. А, нет, там было 4 вот таких и 1 вот такое. Фонтан? Да нет, вот такое. Не надо было карточку терять. Да я не терял. Ну кто же его знал, что он карманник? На вид такой приличный, слепой. Вот! Где? Упал! Гад! Николай Михайлович, наведите порядок, пожалуйста. Женщины, мешайте работать. Это бутырская тюрьма?
Нет, вроде не она. Этот дом. Да нет, вроде не он. Там было вот две таких вот. И один вот такая вот. Ваза? Вова ваза. А ты говорил, четыре таких. Каких? Гад! Женщины, ну вы же мешаете. Я вас выведу.
Смотрится? Очень интересно. Как вам, Ипполит Матвеевич? Весьма забавно. А начало вы будете смотреть? Чуть позже. Вот только вы мне скажите, пожалуйста, не было ли там вот этого дома? Владимир Александрович, можно вас? Нет. В моем фильме этого дома нет. Скажите, а вы не помните, из какого фильма этот кадр? Позвольте, одну минутку. Что-то ужасно знакомое. Я бы вам посоветовала обратиться в киноархив. Там сейчас проходит симпозиум по... Вот он! Вот он, слепой! Где? Это он у меня карточку украл! Сейчас он у нас будет зрячим. Отдай карточку. Дядя. В чем дело, мадам? Я вас первый раз вижу. И в последний. Что такое, девушки? Вы эту фотографию имеете в виду? Эту. Так возьмите ее. Спасибо, пошли, родная. Она пошутила. Пошли. Я тебя еще раз встречу. Все ноги выдерну. Не переживай, родная. Дура! Ты сама, дядя! Я тебе самой ноги выдерну! Может быть, вы мне еще раз расскажете, как позвала вас старушка, товарищ слепой? Простите, товарищ Бендер. Вы что, Паниковский? Может, вы забыли, из какого вы фильма? Вы из 12 стульев, а не Золотого теленка. Ах, Остап Богимович, какое это теперь имеет значение? Фотографии-то у них. Вы отстали от времени, предводитель. Существует техника фотокопии. Чешут. Куда это мы едем? В симпозиум, на киноархив. На какой киноархив? Ну, про который им там баба сказала. Ты лучше гляди, чтобы они не потерялись. Ну, чего глядеть-то? Вон они. Где? Вон, ой, только сейчас вон там были, рядом с грузовиком. Где, где, с каким грузовиком-то? Ну, вон там, вот они. Вот, давай за ними. Где? Да вон. Вохр, подойдите сюда.
Почему одета не по форме? Как не по форме? Воробьянинов, вы передали мой приказ выдать охране кожаное пальто? Так точно, передал. Где пальто? Пропил. Нам не выдавали, честное слово. Товарищ Воробьянинов, в чем дело? Почему не выполняются мои распоряжения? Проконтролируйте. Слушаюсь. Открывай. Слушаюсь. Разрешите спросить? Спрашивай. А ваш пальто будет из натуральной кожи или из заменителя? Бельгийская лайка. Таким образом, 30-е годы ознаменованы рождением звукового кино. Безусловно, вспоминая комедии 30-х годов, нельзя не назвать имена выдающихся режиссеров. Александрова, Пырьева, Савченко, Медведкина, Чаурелли, Юдина, а также популярных актеров. Бориса Андреева, Эраста Гарина, Игоря Ильинского, Николая Крючкова, Сергея Мартинсона, Ростислава Плята, Сергея Филиппова и... Да. Это ваш товарищ? Нет. Покиньте президиум. Ваше место в зале. А сейчас мы посмотрим несколько фрагментов из кинокомедии 30-х годов, которые нам любезно подготовили сотрудники киноархива. Итак, предоставляем слово экрану. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как руки зовет и ведет. И тот-то с песней по жизни шагает, никогда и нигде не назвали. Хину дай.
отсюда! Я живой! Она как раз здесь рядом. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Пошли. Муля, держи зонтик, не потеряйся. Пошли. Товарищ милиционер, что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете. Безобразие. Пожалуйста. Запишите номер 3846. Слышите? И чтобы его очень оштрафовали. Муля, со мной. Муля, дай руку. Руку. Дудеть надо, дудеть. Слышите? Позволять маленькому ребенку одному бегать по мостовой среди такого транспорта. Сейчас пойдем купим ей сухое платьице и поедем на дачу. Даля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Даля... Тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Даля, могут арестовать. Пожалуйста, поступай как хочешь. Даля. Перестань на меня кричать. Хорошо. Отведем ее в милицию, раз у тебя нет сердца. Ты же всегда поступаешь, как ты хочешь. Ты же всю жизнь меня терроризируешь. И этот человек клялся носить меня на руках. Даля. Уйди, зверь. Нет, завтра же я уеду к маме навсегда. Открывай. Быстрей. Пропуск. Чего? А ну, убирай машину. Здесь начальство понаехало. Стану из-за твоей бутылки, хочешь пальтом рисковать. Здравствуй, милая моя. Я тебя дождалась, ты пришла, меня нашла, а я и растерялась. Их! Ха-ха-ха! Здравствуйте, товарищи! Здравствуй, милая моя, я тебя дождалась. Ха-ха-ха! Эх ты! Разве так пляшут? Вот как надо! А ну давай, ребята! Эх ты! Вот как надо, милая моя, а ты растерялся. Стою в тоске я у окошка, печаль туманит мне глаза. Играй, играй, моя гармошка, катись, катись, моя слеза. Играй, играй, моя гармошка, катись, катись, моя слеза. Ветер свищет конем часто, петь летит во все концы. И стрелят не нас, не мясо, под тупою будем сты. И метель нас не догонит, не застигнет поле тьма. Эх, мы кони мои, кони, аж сидим за зима. Может, милый переменчик, может, встретил он кого? Ах, бубенчик, мой бубенчик, продвини мне про него. Пой мне что-нибудь такое, чтобы с нас упала тьма. Эх, вы кони мои, кони, сидим за зима.
сделка. Алло. Гараж? Заложите кобылу. Кобылу заложи, говорю. Кобылу заложи, говорю. О, кобылу. Алло. Алло. Как? Не понимаю. Ты что там говоришь-то? Я тебе говорю, что кобыла расковалась. Давай, повели. Безобразие такое. Меня в Москву вызывают, у них кобылы расковывают. Алло. Дайте отбой. Пожалуйста. Америка России подарила пароход. Снозу пар, колесы сзади. И ужасно, тихий ход. И ужасно тихий ход. А сколько лет стоял этот пароход без движения? Да, лет 30. Да? А мы ему в 2 недели капитальный ремонт сделали. А? 2 недели. Красота! Аккуратно! Пароход он хорош, только вы его руками не трогайте. Мастер нужен в каждом деле. Я на каждой на реке сосчитать могу все мели, словно пальцы на руке. Ну да. Да, могу все мели сесть по пальцам на руке. Осторожнее, что ты делаешь? На мель тянет. Вы меня учить думаете? Я здесь все мели знаю. Буй-буй! Что ж ты, старый черт, хвастался, что в тебя или знаешь? Конечно, знаю. Вот это первый месяц. Ну, погоди у меня! Вернись только обратно! Кого нашли, умника? Пойду я к вам. Поехали, поехали. Остап Ибрагимович, а если эти уже нашли наш дом? Киса, не трепыхайтесь. Могу гарантировать, что они околачиваются у проходной. Вот он, слепой. Сам ты слепой. Это же лектор из «Карнавальной ночи». Да нет. Он только переоделся, бороду наклеил. Нет. Пошли, пошли. Вот сейчас увидишь. Товарищ. Да, я слушаю вас. Я же говорил, что это не он. Да, это не я. Ну, извините. Что значит извините? Одну минуточку. Приготовьтесь, молодой человек. Зай! Чего это он? Шизик, наверное. Вот так вот. Точно, не он. Какая гадость. Ликует буйный Рим, торжественно гремит. Умирающий гладиатор. Стихотворение Лермонтова. Ликует буйный Рим, торжественно гремит, рукоплесканиями широкая арена. А он...
чем дело? Позвольте, конференция объявила меня. Вы ошибаетесь. Как ошибаетесь? Тише, товарищи, тише! Товарищи, умирающий гладиатор. Стихотворение Лермонтова. Ликует буйный Рим. Торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он... Товарищи, не тише! Яков Яковлевич, в чем дело? Браво, браво! Что поздравляю! Молодец! Тише, товарищи, тише! Что, умирающий гладиатор, да? Да-да! Стихотворение Лермонтова. Ликует буйный Рим. Торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он... А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит во прахе, и крови скользят его колена. Два, три, четыре. А где же пятая, Миша? Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что яростной толпе, сраженной, ха-ха-ха, гладиатор. Он видит круг семьи, оставленный для брани, отца, простершего не имеющей длани, зовущего к себе опору дряхлых дней, детей играющих, возлюбленных детей. Все ждут его назад, с добычей и славой. Напрасно, жалкий раб! Он пал, как зверь лесной, бесчувственной толпы минутной забавой. Прости, развратный Рим. Герасимов, а почему вы называете части своей симфонии пароксизмами? Физиологическая симфония в четырех пароксизмах. Почему бы не назвать просто часть первая, часть вторая? Чтобы понять, надо услышать. И не один раз, а 30 раз. Пам-балам-пш-па-пам. Ах, как бы мне хотелось послушать. Что ж, года через два я, может быть, сыграю вам первый вариант. Герасимов, вы человек необыкновенный. Да, конечно, я мог бы писать и на заказ, я мог быть богатым, или как это называется, знаменитым. А теперь я всем в тягость, никому не нужный, маленький человечек. Разве вам плохо у нас? Да, мне плохо у вас. Но почему? Потому что я ем чужой хлеб. А вы знаете, как горек. Чужой хлеб для артиста. Простите, вы не скажете, из какого фильма этот дом? Вы же знаете, как папа вас любит. Да, Антон Иванович любит. Вы знаете, мне кажется, этот кадр я видел в фильме «Веселый немой». Да-да, точно, «Веселый немой». У нас в архиве есть этот фильм? Безусловно. Он в программе. Правда, сейчас он в кинолектории, но его вот-вот должны подвести. Ну хорошо, вы не любите классиков. Но вы же не любите и новых композиторов. Музыку надо не сочинять, а изобретать.
там бардам. Значит так, спазм коронарных сосудов. Ну что, понял, ну, да? Ну да, да. Едет. Ну, действуй. Не забудь спазмы коронарных сосудов. Раз плюнуть. Ой, что это? Что с вами? Вас били? Спазмы гонорарных сосудов. Так, все ясно. Ой! Спокойно. Останови машину. Что случилось? Сердечный приступ. Срочно доставьте в больницу. Мы на задании. Товарищ начальник, у меня там больной. Милиция велела срочно в больницу отвезти. Тем более, больных надо возить на здоровых машинах. А у тебя стоп-сигнал не горит. Как не горит? Так, не горит. Ты вот посмотри, а я нажму. Смотришь? Смотрю. Смотри, внимательней смотри. Стой, стой! Стой! Как вы поживаете? How are you? Я из пушки в небо уйду. Дики-дики-ду! Дики-дики-ду! Я из пушки в небо уйду. В небо уйду! Мэри верит. Чудеса! Мэри едет. Звезды очень далеко. Мэри верит в чудеса. Мэри едет в небеса. Мэри в небо улетай. До свидания. Гудбай. Я лечу в полет. Гудбай. Товарищи, прошу внимания. Небольшое сообщение по поводу дальнейшей работы нашего симпозиума. После 20-минутного перерыва мы вам покажем последний супер-боевик «Блондинка из мафии». А затем... Одну минуту! Мы здесь... посоветовались с товарищами, и есть такое мнение. Учитывая тематику нашего симпозиума, вместо зарубежного фильма, пропагандирующего культ насилия и секса, предлагается посмотреть нашу жизнеутверждающую комедию «Веселый немой». Тише, товарищ, тише. Поскольку мнения разделились, будем голосовать. Кто против отечественного фильма, прошу поднять руки.
Быстрее к машине. Вот она. Где ты? Ты что, спишь, что ли? Что с тобой? Спазм коронарных сосудов. Подъехали. Вы гений, Остап Ибрагимович. Но не более. Тихо. Порядок? Дверь закрыл? Да-да. Хорошо. На оба замка. Лупу? Есть. Свет? Есть. Разматывай. Есть. Руки? Есть. Выше! Вас спрашивают. Руки мыли, прежде чем прикасаться к уникальной плетке? Я мыл, вот. Я не знаю, как... Цинц! Преступный сговор. Хищение государственного имущества уникальной ценности. Статья 93, 5 лет. Вы так считаете? От 5 до 15. Расческу, пожалуйста. Лоток. Вот, свеженький. Был свеженький. Теперь. Здравствуйте, дорогой Семенов ВП. Меня зовут госпожа Амина. Где Ахмад? Где он? Это не твое дело. Но я имею право знать, где мой муж и почему он хочет со мной развестись. Он уже развелся с тобой. Боже. Вот сюда, пожалуйста, располагайтесь. Здесь вам никто не помешает, а я пойду распоряжусь. Нечего объяснять, мне все ясно. Я не виновата, это недоразумение. Где Ахмад? Я хочу его видеть. Ахмада нет здесь. Но я должна ему все объяснить. Ты недостойна его. И он развелся с тобой, чтобы спасти честь нашей семьи и исправить ошибку, которая ему слишком дорого обошла. Меня надоело, убирайся. Вы жестоко, у вас каменное сердце, но Ахмад не такой. Я сказала тебе, убирайся отсюда. Вы не можете запретить мне видеть Ахмада. Уходи отсюда. Это что, фетиш ли пошел? Да нет, какой фетиш, это ей снится. Да не ей, Ахмеду. Вот он, наш дом. Где? Точно, он. Ура! Наш, что он наш, а вот где он находится? Как же я сразу не узнал мой любимый Черноморск? Это же знаменитая Канатная улица. Ведь именно здесь Паниковский с Балагановым пытались ограбить корейков. А сколько раз мы гуляли здесь с Зосей. Нежная и удивительная. Где она теперь? А рядом гостиница «Карлсбад», где я жил. Сколько лет прошло? Остап Ибрагимович! Остап Ибрагимович! Они сбежали! Скорей! Они все заберут! Не трепыхайтесь, киса. Кто без команды срывается со старта, тот снимается с дистанции. О, гляди, правильно едем. Ага. Правильно. Вперед. Ха-ха-ха! Общий привет! Thank you.
махну лопатой, и я богатый. Шикарной жизни мне не миновать. Поем красиво и выпью пиво, а то здоровье что-то начало сдавать. Оп! Начнешь лечение в пивной, поешь красиво день-другой, и лопнешь, брат, ты лопнешь, брат, ты лопнешь. Копнул лопатой, и я богатый, из-под земли достану миллион. Я на девице смогу жениться, ведь я давно их общества лишен. А я ручаюсь головой ей быть богатою вдовой. И скоро, брат, ой, скоро. Копну лопатой, и я богатый, из-под земли достану миллион. Но я-то знаю, что закопаю его опять до будущих времен. Ты закопаешь, ну и что ж, и все равно ты попадешь на нары, брат, на нары, брат. Но нары. А вы, Остап Ибрагимович? Уно моменто. Товарищ. Вы меня? Вас, вас. Что вы хотели? Скажите, это Канатная улица? Это Канатная. А вы не подскажете, где здесь этот дом? А этого дома уже здесь нет. Как нет? Как нет? Его снесли. Как снесли? Как снесли? Очень просто. И вы знаете, какая была история? Там нашли золото. И на эти деньги построили вот этот фундамент. Опять клуб железнодорожников? Ну почему клуб железнодорожников? Здесь будет кинотеатр, комедийного фильма. Вот так, товарищи. Капнул лопатой и гатой. Чего радуешься-то? Вот тут целых 2 миллиона замуровано. Под этим крестиком. Откуда это у тебя? А мне бабуля тогда 2 фотографии дала. А что же ты сразу не сказал? Молчание тоже золото. А где же этот дом? Ну, это у бабули не сказала, но она сказала, что этот дом снят в цветной кинокомедии.